Да. Как меня слышно? Меня слышно? Приглашаем на стрим. Так, ждем нашего главного. Сейчас убавим. Сейчас как? Где Грингот у нас? Что-то он не заходит. Неужели он не может зайти? Гринвиз, давай. Надеюсь, ты сможешь зайти. Раньше у нас проблем с коннектором не было. Сейчас, как я понимаю, он в ранке играет. Будет очень обидно, если он не сможет зайти и показать свой класс. Прошу, у Гринга не заходит, что ли? Вот и Гринго, все, начинайте. Архимод, давай нажимай, если ты меня слышишь. Архимод, давай нажимай. Ну, первый бой, наверное, будет не с Гринго. Ну, ладно, нам. Так, кто хочет присоединиться? Я поставил 2 приват-слота. Двоих я пригласил. Stage.
Извини, сейчас я пересоздам. Чтоб у нас... Чтоб я просто создал и не играл. Я вообще про это забыл. Что такая функция есть. Сейчас все будет. Так, а чего не могу я управлять этой туфтой? Ага. Street Fighter Cross Tekken. Сейчас все будет, пацаны, извиняюсь за... Все, понял, хвост, отлично. При вас тут две штуки сделаю. Все. Так, пусть все, Гриныч зовет. Давай, заходи. Грингач, ты где? Так, отлично, Гринг зашел. Любой из вас может зайти. Если у вас... Начинайте битву. Давай, Грингач, покажи класс. Покажи, чему ты научился в Европе. В Париже ты там топ-8 занял как-никак. Поэтому ты себе не должен опозориться. Даже если будет телепорт, ты должен преодолеть все это. И просто-просто показать. Мастер-класс, надо играть. Street Fighter X Tekken. Мы сейчас все стали нубами, просто как ты поехал в Европу. Ты почувствовал. Ты поиграл на аркаде. Ну это да, он крутой чувак. Смотрите, у Архимона сколько много очков. 17 тысяч очков. Ну что ж, посмотрим. По кому можно определять? Значит, так, Гринч вынес. Сколько? 1/3, опять начинается избиение. Тюря! Почти перфект, почти перфект. О, неужели? Что-то Архимед пытается сделать. Но... Но... Все, любую оборону занял Гринга. Коленкой в нос. Тебя будет прессить. И опять... Что это? Что это происходит? А, промахнулся. Да не пропустил удар. Тут передает привет своей маме. Лейзи ты... Так, Грингач сопротивляется. То есть сопротивляется Архимод. Я честно не знаю, какой там у них коннект. Лэзи Дмин. А я тебя случайно не знаю лично. Такое ощущение, что я тебя знаю лично. И 8 секунд осталось. Сопротивляется. И ТП. Не знаю, что у меня там за лаги такие идут, как вы видите на стриме, вот эти дергания, это вызвано не тем, что лагает стрим, а это у меня так
транслируют изображение. Я тебя не знаю, но мне кажется, я тебя знаю. Ну ладно. Не будем об этом. Вернемся к нашему чемпиону, так сказать. Ну, топ-8 тоже чемпион. Ага, получил. Похлебал Гринвич. Вот, два... Дай свой фуербольчик. Идеально показывает. Ну и значит у меня так... Значит мне нечего беспокоиться. Два козуя в одном. И сейчас... Все, это смерть. Это смерть, пацаны. Гринвич докажет, что он крутой чувас. Чубас. Ой-е. Как видите, у меня английская версия. Гринго сообщает, как вы видите, что меня с ним лагает просто... Ну вы поняли, не будем матом ругаться. Сейчас Гринго потестит другого чувака. Я докажу Гринго, что Street Fighter X Tekken на ПК играть невозможно. Невозможно. Он со следующим хуже будет чувствовать. Ну, смотри, сейчас узнаем. Это тебе не Xbox Live. Возможно, Гринго сейчас играет в лагер. Что это игра вообще? В смысле? Теннис, ты не знаешь, в чё играют? Дуря. Всё. Как быстро. Нет, это не может. Street Fighter X Tekken. То есть Street Fighter против Tekken. Это персонаж из Mortal Kombat. Ой, запутал ты меня. Из Tekken и из Street Fighter. Они с друг другом не делятся. Dirty Monk, наверное, Денис. Sonic Boom. А, мне кажется, он полагает. Олег? Приятно познакомиться, Олег. Вот потом, как не понял, комбо Гринго, 100% связь хорошая. Гринвич, ну как у тебя там? Сейчас я чувствую, у тебя лучше связь была. Кто еще будет играть, пацаны? Че, только двое что ли будет? Ну, если вы хочете играть, заходите, приглашу. Делов-то на раз-два. Ну, у нас игра под названием Street Fighter X Tekken не очень популярна среди ПКшников, потому что она очень сильно лагает. Очень лагает, понимаете? Происходят телепорты. Сейчас Гринвич заходит, мне кажется, будет туртить. Ссылку откуда скачать? Ну, в гугле набираешь FreeTorrents.org и вводишь название игры Street Fighter X Tekken и качаешь. А потом покупаешь ее ключ. Потому что, чтобы играть в онлайне, нужен ключ. Да. По яйцам ударил. Очень больно. Дюря!
Ты опять нос ломается? Ну, молодец. Что-то горлышко моё меня. У меня завтра исполняется день рождения, пацаны. Кто не в курсе. Так что принимаю подарки в роли в виде денег на веб-майн кошелек. Максимум, ну у меня турнир мало, самый больше просмотров, это у меня, конечно, собирает Mortal Kombat 9. В одном из онлайн-турниров там 7,5 или 8 тысяч просмотров. Я не помню. Нажирай сильно, но посмотрим. Мне просто не дадут нажраться. Да, Гринг уже до тайм-аута доводит. Может, Кедзо у нас тоже дефатит тыкен? О, Кедзо, отлично! Или он у меня... Такое ощущение, что Кедзо уже к нам. Уже он находится у нас в лобби. Сейчас он будет биться с Гринга. Так что Гринга чуть ли не будет скучно. Кедзо, надеюсь, нормальная связь будет. Поэтому не так уж плохо. Мне лет много. Очень. Ну, Кедзо, понимаешь, ты на Муфа не только мне объяснил, но и всем остальным присутствующим своим агрессивным поведением. Поэтому твои объяснения я понимаю, конечно, но... Ну, извини. А напиши, как правильно читается. Кевдзо? Кевдзо, наверное. Кевдзо, правильно я говорю? Кевдзо? Не Кед... Кьюдзо? Постараюсь запомнить, извини уж. Кьюдзо. Кьюдзо, будем повторять перед Кьюдзо. Видишь, Деннис уже написал Кьюдзо. Так, товарищи, давайте присоединяемся на наш стримчик. У нас эксклюзивчик идет. У нас два персонажа. Сам великий ужасный Грингач, чемпион всей Руси, так и есть на самом деле. По Street Fighter, по Street X-Tekken на прошедшем FA. Также чувак, который ездил во Францию, в Париж, на турнир, занял топ-8. Так что всем срочно. Так, Кьюдзо. Где у нас тут? Кьюдзо. Говорит, что он не играл МФА. МФА. Это не отмазки. Носки не принимается. Надо просто победить Гринга и все. Можно выходить со стрима и сказать, что я победил Гринга. Ой, ну Гринг, зачем же так ты сильно сбиваешь нубиков? Нубиков не надо так избивать, надо хотя бы дать им шанс. Вы видите, что я вас так обзываю, но... Тут как бы как есть говорю. О, наконец-то прошло комбо-то. Лэйзи админ, я теперь прекрасно понимаю, что я тебя не знаю. Вот поэтому твоя МКРК коллекшн круче будет. Я понимаю, что я тебя не знаю. Я ошибся, извини. О, промахнулся, к сожалению. Идару. Я, кстати, собираюсь себе покупать новый телефон, пацаны. До этого у меня, ну и сейчас есть телефон Samsung Wave. Я уже на Симашке покупал раньше. Сейчас он стоит около 8 тысяч. Я недавно узнал, что, ну не по теме, но мне пофигу, что Samsung прекращает поддерживать БАДу, операционную систему. В следующем году мне придется, я выбрал телефончик себе, хорошенький телефончик, около 10 штук стоит. Называется Inferno X-Play Infinity. Очень крутой телефон за 10 тысяч. То есть крутой, там Android стоит.
Не, Nokia, извините, я Nokia... Мне Nokia даром не нужна. Nokia... Среди современных телефонов Nokia сосет. Он просто сосет. Раньше нормально, а он сосет просто Nokia. Выложишь группу? Ну, сегодня постараюсь. Лагает это просто такой телефон, наверное, у вас. Ой, телефон. Вы меня уже... Сейчас проверю, какой там... Насколько лагает у вас. Короче, ничего не лагает. Разрешение экрана и так маленькое. Ничего лагать не должно. Кстати, как вам такая, пацаны, идея? А, кстати, вот я так не понимаю, вы что, не хотите, чтобы на стриме был Tekken Tag Tournament? Или хотите? Я вот этого не понимаю. То есть вам, ну, достаточно по 50 рублей по 100 скинуться, я накоплю. Осталось того около 1000 рублей накопить. 500 рублей у меня уже есть чем-то. И будет вам Tekken Tag Tournament. И еще в один момент объявлю, потому что мне уже очень часто люди достают тем, что... Пожалуйста, как бы сообщи нам, или сообщи мне, когда стримы начнут, и чтобы я поучаствовал в стриме. Мне вот постоянно каждый второй это говорит, каждый мне уже достал, поэтому у меня такая идея возникла. Вроде в Твиттере можно это делать, когда ты анонсируешь, скидывается потом, ну, на сотовый телефон смс-ка, какое-то сообщение. Так вот, я такую вещь придумал. Допустим, если вы хотите, чтобы я... сделал так, чтобы вы в курсе были об анонсе моем. Платите денежки. 50 рублей, там я приблизительно говорю. Допустим, я сделаю твиттер-аккаунт и буду добавлять в друзьях только тех, кто, допустим, платил, ну, я так образно говорю, 50 рублей в месяц, да? Но вы у меня как в друзьях будете, да? И только я анонс сделаю, вам придет смс-ка, что идет стрим, быстрее бежать на стрим. Ну, 50 рублей в месяц, думаю, это немного. Но это я приблизительно говорю. Как вам такая идея вообще? И вы будете в курсе, когда я именно стримлю, когда чё, и вы сможете попасть на стрим, успеть участвовать, или просто посмотреть стрим в прямом эфире. Вмогательство? Но это я как бы... Понимаете, в чем дело? Вас никто не заставляет. Это только для тех, кто кому это нужно. А остальных людей, кто смотрит на халяву, или кто знает... Если случайно попал на стрим, я же с них не вымогаю деньги, они смотрят так, ну как это, можно, нужно, пацаны, нужно, можно. Тем временем бьют, просто насилуют, насилуют, бьются, просто, сейчас он, сказую, групповуху устроит жюри, вот, смотри, камбэк, будьте камбэк. Бросок. А, как, наконец-то что-то Гринга мочит. О, Грингач, ты лошарик. У нас Грингач продувает раунд. Продувает. Как так можно, пацаны? Что-то мне Денис написал непонятно, сейчас я попробую... мыслями понять, что он писал. Я... Почему? Я себе не противоречу. Мне, честно, конечно, важно, сколько народу будет смотреть. Но, понимаете, важно-то важно, но денежки-то надо зарабатывать, в конце концов. То есть должно мне какое-то, ну, как вам объяснить, какая-то материальная помощь, поддержка, чтобы меня подталкивали, чтобы я чаще стрим делал, как-то вот это, понимаете? Да мне плевать, игроки не игроки. А, об игроках? Понимаешь, тут в чем дело? Дело в том, что, допустим, именно... В принципе, ты прав, не прав. Короче, мне из разницы, я, короче... Сказал и сказал, как отрезал. Понимаете, почему у нас вышел Инферно? А, Инферно у нас пошел играть Street Fighter. Вояжер, ждем Вояжер. На стрим. Короче, мне насрать. Я про что говорю, если так будет продолжаться и мне стримы не будут приносить никаких денег, через какое-то время он загнется, вот я вам хочу сказать. А вы выводы делайте сами. Все держится, так сказать, на тоненьких таких ножичках. Сейчас делаешь все на голом мутуазизме. А если у меня еще денежки будут за это идти, я это никогда не брошу. Понимаете, в чем дело? Кто, допустим, там
на файтинг.ру том же стримит многие ножички игры. Street Fighter X-Taken, Street Fighter, Soul Calibur, Mortal Kombat. Да нет таких людей. Нету. Гвида там загнулся со своими стримами. Он обещал много, но куда-то улетел. В космос, наверное, улетел. То есть, как бы, вы понимаете, о чем я говорю. Мне прислал... Тут просьбы... Тут просьбы... У одного чувака, который будет присоединиться... В смысле, выкладываю свой стрим на YouTube и будет я денежки. Так я их и выкладываю на YouTube. Как понять? Вот поясните, пожалуйста, мне это слово. Я на YouTube выкладываю. Каждый раз выкладываю. Так вот, просьба, пожалуйста, выбирать карту в какой там тренинг стейдж, чтобы не лагало. Хотя я сомневаюсь, что это. Ну как-нибудь, Денис, объясни. То, что на YouTube как-то можно зарабатывать. Да. Арены всякие, ну да. Я знаю, что на YouTube можно зарабатывать, для того, чтобы начать зарабатывать, там как-то какой-то ролик, чтобы набрал больше 100 тысяч просмотров, или миллион просмотров. После этого там автоматически у тебя можно зарабатывать деньги. У меня столько просмотров не будет. Когда в жизни, понимаете? Ух ты, как он его бросил. Просто бросил! Наверху! Йо-йо! Гринга носил. Носил, и он гринга. Ча! Поверь, вся тряпка. К сведению, я уже неоднократно пытался на своем увлечении зарабатывать деньги. Честно-честно. Первое было увлечение микроскопия. Я под увеличительным стеклом. Ой, блин. Микроскоп, короче, камень. Ну, короче, сейчас вам ссылку напишу, и вы уже поймете, о чем речь. Это мой проект бывший, в котором я раньше принимал участие. Полностью он на мне держался практически. И он, на нем можно было зарабатывать деньги, но я не заработал. Сейчас я вам ссылку скину. Можете зайти посмотреть, это мое собственное детище. В принципе, реально, на нем можно было в то время заработать деньги. Но не было такого человека, который помог мне это реализовать. Можете зайти на эту ссылку посмотреть, что из себя представляет. Но он существует. Нет, я не биолог. Я полгода этим занимался, потом бросил. Это просто было у меня увлечение. Я один раз захотел купить микроскоп. И пошло-поехал. Купил микроскоп, купил камеру. И начал делать всякие фотографии. Так что, если вам интересно, для тех, кто не может разобрать, куда будет смотреть запись, но не сможет разобрать, что за ссылку дал, микроскопия, черточка, y.narod.ru. Вот. Полгода этим занимался, потом произошло такая вещь. Вышел, я купил приставку и вышел Street Fighter 4. И потом я засел в онлайн, и мне стало интереснее играть в Street Fighter 4, а не делать эти снимки. Нет, я знаю, что можно. Но у меня микроскоп пылится, правда. Так вот. Я еще на одной вещи зарабатывал деньги, пацаны. Я продавал анимешки, я коллекционировал. У меня сейчас лежит пылица дисков на 6 терабайт. Сейчас вам ссылку дам тоже. Это тоже мое детище, но с другом я делал. Вот, это тоже мой сайт. И тоже я продавал анимешки, я его собирал. Тоже я деньги на этом зарабатывал, но... Окей, Гринго, я... Архимод, извини, пожалуйста, но... Гринвич просит тебя кикнуть. Потому что с тобой очень плохая связь. Или сам, пожалуйста, выдели. Boss.
Кроу, привет, да, игра. Он только сегодня приобрел ключ. Вот, и сейчас он покажет свой мастер-класс. Представляете, он сделал 8, финстрик, 8. Понимаете, насилие, идет насилие. Так вот, этот сайт, вы можете зайти на ссылку, называется... Заделайте, называется animewayonaro.ru. Тоже в свое время занимался, 5 лет занимался этим коллекционированием, собиранием, продажами. Тоже забросил, тоже можно было денежки делать маленькие. И вот третье мое увлечение, то есть я человек такой, как вам объяснить, творческий. Не, как не любит, знаешь, как у меня покупали? Не, любит, любит. Есть просто халявщики, которые любят на халяву, а есть люди, которые нормально, реально. И вот... А он сам вышел, Грюнга. Че, попросить, чтобы он зашел или че, Грюнга? Я попросил просто выйти. Я вам не пил. Так вот, третье увлечение появилось. Это я прям весь год этим занимаюсь. Сейчас что-то он мне написал. Тем временем у нас что происходит? Избиение. Вот, теперь у меня третье увлечение. Я, может, на нем можно как-то деньги заработать. Для того, чтобы деньги зарабатывать, нужно иметь харизму. И все остальное, чтобы народу было, хотя бы несколько тысяч. У меня в чатике зарегистрировано на моей группе контакта. Тогда реально деньги по мелочи зарабатываешь. Кеза пытается что-то сделать. Только реально у Кеза есть возможность какая-то противостоять Гринго. Единственный у всех, кто там что-то делает. Кьюдза, Кеза. У Кьюдза это не так получается. А, подарил бы. Ну, все, уже потратил денежки. Ты маленько опоздал. Сейчас прошу. Гринго. Архимол, ты пока не знаю, я скинул сообщение. Ой, с Voyager'ом какая-то проблема, видно, не будет. Коннект. Пацаны, в отель зашел? Может, он Street Fighter Tekken будет играть? Нет, к сожалению, Стэн в отель играет. Так, чё... Какой дисконнект? И чё за фигня? Нам ещё чувак зашёл. Мы приглашаем к Ксимода. Кроу, не можно, а нужно, слово нужно, лететь и лететь, кричать, прыгать и драться. Так, чё Гринго заснул там? Может, что-то пишет он? Народ-то набирает, пацаны. Окей,
окей. Стерея, ну я тогда могу стерея сейчас скикнуть тогда. И будете вдвоем с Кет заиграть. Мне в принципе без разницы. Кровь сейчас дает, может с ним коннект нормальный будет. Так, тем временем. Кто с Украины-то, пацаны? Где такое было? Позор, да нет, ты один раз гринган одолел? Ха-ха, что это такое было? Да, все проиграл. Ну я скорее сейчас это кипну. Теорей. Ну вообще так по логике вещи. Ой, с Урала? Нет. Я не с Урала, я с Самарской области. Из того города Тольятти, где делают машины АвтоВАЗ. Вот, вот оттуда я. А я думаю, вот при таких стримах Street Fighter X Tekken приглашать только тех, с кем коннект связь хорошая. То есть полностью приват делать. А кто зайдет, тот зайдет. Да я понял, что кикать надо. Только сейчас-то я не знаю, как кикать. Как в менюшке делать? Сейчас. Давай сейчас и дальше как сделаю, Диман. Я сейчас, короче, это. Нет, нет, нельзя, потому что Грингерс не влагает. Сейчас как сделаю я, пацаны, я выхожу, создаю эндлис с приватными слотами и шлю вам инвайт, поняли? Именно тем, с кем не лагает. Зачем победил? Зачем победил Кедза? Чтобы еще ждать этот логодрон? Лохотрон. А, ну Кьюза. Зови всех устоим лаги пати. Так звать или не звать? Ты что ты мне пишешь? Ну ладно. Шлю, короче, заходите, кто хочет, короче. Грыг дал добро. Я тебе кросс-скилл уже инвайт. Не, боежи я не буду. Эй, пацаны, а разрешение экрана на стриме нельзя выбирать? У меня 100 участников зарегистрировалось. Скорее всего, нельзя, я так подозреваю. Окей, я всех, кого нужно, я... Не, Вояжера я не буду. У него, когда вы коннектитесь, у меня, короче, отсоединяется, у вас бой происходит, а на стриме этого не видно. Да, делаю стримы. Но еще раз повторяю, если вы хотите, чтобы на новые фатники я делал стримы, давайте деньги. Ну, тоже давайте, ну, по маленькой скидываем.
О, Гринга написала, с кем будет лагать, будет использовать... О, я Суми зашел, отлично. Ну, пацаны, я сегодня чувствую, будет веселый стримчик. Гринга сообщает, с теми, кто будет лагать, будут брать Хьюга. Не, 6 рублей не катит, 6 тысяч рублей нормально. Я тебе сразу куплю и Tekken Tag Tournament, и Деталив куплю, и Персону. Все будет, пацаны, все будет. Так что думайте, все от вас зависит, все от вас. Хотите новые фатники, не хотите. Ну скидывай, Денис, 6 рублей. Это тоже деньги. До Tekken Tournament там... Короче, у нас в городе он продается вроде за 1800. А у меня там на счету. Сейчас скажу. Специально-официально анонсирую. Сейчас я через телефон дойду. Группу страничку ВКонтакте. Ну и что ты тупишь такой? Неважно, как тебя зовут, я называю по никам. А, я всп... А, сейчас. Короче, объявляю официально. Адольф. Хай! Хай, Адольф! Хай, хай! Так. А Гринч, ты на силу смотрите. Сейчас Гринч чуть не всосал. Сейчас всосет он. Гринч сейчас всосет. А, подарки, ну да, давайте. Как это день рождения у меня, принимаю подарки в форме денежек. Так, короче, мне осталось. Приблизительная цена 1700, но он дороже стоит. Уже собрано 560 рублей. Осталось 1140. Так что у меня завтра дюкня. Так что завтра всем кидаем денежки. Бабло кидаем мне. То есть бабло. Адольф почему сразу фашист? Ну ты, наверное, знаешь, что ли? Был такой персонаж. Адольф Гитлер. Я знаю, этот гений присутствует здесь, в чате. Не будем его называть, но он хороший человек. Я уважаю его за то, что он как-то благодарит меня за что-то. Я не помню, Гринвич выиграл, так он же должен был проиграть. Это какая-то мистика, пацаны. А какой вопрос-то? Что в какой игре? Я вообще внимательно прочитаю, что ты написал. Этот персонаж был в игре? Ты про Адольфа, что ли? Про что-то я не помню. Какой еще... Я про Адольфа Гитлера говорю! Какой еще персонаж у Акаби появился? Молчал, молчал и не выдержал. Просто не выдержал. Так, посмотрим сейчас, как скроу. Скроу, давай покажи мастер-класс. Одолей Гринвича. Просто поимей его на стрим. Подарок? Какой подарок? Я денежки не подарок. А, в Лингейдж Адольф есть? Тоже Гитлер? Трия! Трия! Триан! Трия! Кровь повержен первый раунд. Will the tide of battle turn? Fight!
Так, тут написали. Тут пишет Кьюзе, я правильно произнес, что Гринго каникул нормальный с моей стороны. У него, наверное, тоже нормально. Кореец у тебя во рту? У кого во рту? Чушь, в смысле, я чушь несу? Ну, если я чушь умею нести, да, это талант нужен, талант. А, нет, не про меня, значит. Короче, я не знаю, про что-то вы проговорите, пацаны. Ну, весело. Так, я возвращаюсь. А, не переживай, о, слава тебе, господи. У нас тролль Деннис, это у нас тролль. Так, я с вами сейчас, смотрите, коснулся Гринча ляжками. Две телки. О, все, Гринга проиграл. Я чувствую, что Гринга всосет сейчас. Да, чувствую. Смотри, да, лагает, лагает. За ворков? Кто такие ворки? Да, ДП, ДП блок, ДП, ДП, ДП. Тагерай. Да. Раз такая, ой, не знал. Это Дота, забудьте про Дота. Вы играете в танчики. Танки онлайн, вон у меня на работе все играют. Как называют они? Танки? Ну танки, короче. Я такого слова тоже, какая еще Дота? Тут слово странное, Дота. Они для школьников? Не знаю, у нас играют 30-летние мужики в нее. Для школьников как раз Дота. Вот, правильно. Я в танки не играю, я не усатый. Ну да, так и есть. Ну, смотри, Сум сопротивляется. Гринглиш никому не дает парму первенства. Нет, в танчике можно играть, не платя ни копейки. 500 рублей это есть какие-то премиум танки, как мне объясняли, я этого не разбираюсь, поэтому там можно бесплатно играть. Всосал, я думал Гринга, это как раз не Гринга, Есуми. Сейчас что-нибудь наверняка напишет в чате, в чатике. Да, всосали, все сосут. А Гринлич нет. Сейчас будет, сейчас смотри, он выберет. Гринлич обещал с Архимода выбрать Хьюга. Надеюсь, он выполнит свое обещание, покажет его топ. Потому что у всех так отстает. Ком деревянный. У тебя ком деревянный? Лагала. Кроу с тобой лагала. А, не с Кроу, с Ясумин. Ясумин с тобой лагала. Выкинь свой компьютер. А что тут Гринго вообще показывает? А, нет. Кроу тоже говорит, что лагала с тобой. Так, Гринго выбрал Хьюга. Сейчас он будет показывать класс, как играть. А, сейчас сосет, это точно. А, ну понятно. Желтый? Ну, у Гринга хорошая связь. Гринга хорош, по крайней мере. Yeah.
беру. О, да, все. Начинает троллить. Просто идет, нажимает на кнопки. Задница из белого. Да. Тактика Хьюга действует. Прикольно. Нани. А у меня 100 мегабит. У кого больше? Чё тут мегабит? Дело в пинге. О, круто! Гринго сосал. Представляете, еще чем он сосал? Я знаю, что 100 мегабит скорость сети, но у меня скорость закачки по 10 мегабайт. Кто из нас дурак теперь, скажи, пожалуйста, если скорость закачки 10 мегабайт, это 100 мегабит. Все, успокоимся и не... Сегодня, по крайней мере, 10 мегабайт было в секунду. С внешки. Да, Гринго всасывается. Расывает. Хорошо, прям пошло. Кейлу пришел на помощь и... Гринго всасывает. Архимед все опустил. Если его отпустит Архимед, он будет долго ждать, когда начнется его битва. Все, Гринго проиграл, я знаю, я верил в это. На дурак рано, все, Гринго проигрывает. Интересно, сейчас выйдет ли у меня он? Выйдет ли он из злоби, скажет, не хочу я так долго ждать, я хочу идти домой. Не складно, конечно, но пофиг. Я что-то гневно напишет. Типа, зря, зачем я с Архимедом играю, зачем? Зачем? Почему? Я не пойму. Ду-ду-ду, да-да-да. Почему у нас так вяло люди играют... Так вяло люди играют в онлайн-турнир, который организовал Mortal Kombat и Street Fighter. Почему вы так долго отыгрываете, я не понимаю. Так, почитай пока я Fighting Room сообщение. Гринго, ты сам виноват, сам сказал всех приглашать. Вот я пригласил. А тут у нас тем временем подписались в теме про Париж. Настоящий. Я плачу 580. Но у меня не... 100 мегабит у меня, да, после 10, конечно, скоро. Я плачу... Так у меня где-то... 8 мегабитка, а так плачу 580, но это плюс телевидение, где-то 320 рублей мне выходит. Так, что такое? О, пацаны, только что выложили в теме про...
Короче, попозже, когда стрим закончится, я выложу ссылку на бои, которые были недавно, где Гринг принимал участие во Франции. Как я понимаю, появилась запись. Позже я выложу, пока не по Street Fighter вы точку видите, как Гринг лажанул. Просто лажанул! Нет, я вам серьезно говорю, я сегодня прошел с работы, я на закачку вставил, у меня скорость была 10 мегабайт в секунду. Так обычно у меня не бывает. После 10 часов у меня 100 мегабит 100%. Сосал, хайл. Хачи сосуд. Пусть сосуд дальше. Прям вообще. Я себя чувствую, Кедзо будет. А, смотри, Кедзо всосал, но это как позор, позор. Кедзо. Слышите, я говорю не Кидзо, Кьюдзо. Ты кого, извините. Короче, я буду называть его Цо. Кьюдзо, Кьюдзо, вот. Кьюдзо. В свое время я тоже... В свое время я... Ни хрена себе дэмидж! Оправданно. В свое время тоже Гвида называл... Не Гвида, а как его? Гайда, Гайда, все его называли Гайда, как и... Кьюдзо. Кьюдзо и Цо это разные имена. Вообще про чё, вообще? Про чё, я не понимаю. Трололо наше. Еще раз напоминаешь, у меня завтра день рождения. И мои подарки в форме денежек на мой веб-кошелек. Я буду всегда рад. Так что складываем сыпь заодно не на подарок. Так, тут заявляет... Кедзо заявляет, что он купит Xbox. Так что Гринго, сыграешь с Кедзо. Ну пока как просто одно. Ну сразу скажу, я никогда Xbox покупать не буду. Потому что за Xbox надо платить за онлайн. И вообще я сейчас в приставки играю. Практически не играю, только в основном на стримах. Ну Street Fighter X таки как монетку играю. Канал. Не надо распространяться на эту тему, слишком много об этом говорить. Нет, стрим не лагает, у тебя комп лагает. Мне уже... Нахрена себе комп показывает. В лододроме играет как профессионал. А, лоханулся. 31 хитов, вот это да. Все, Архимед встал. Теперь всех будет просто насиловать, но силовать. Мне кажется, на ПК они так и не справят этот логодром. Логодром и лоходром. Ну, вы поняли, что я имею в виду. Как вы определяете, пацаны? Так, не забываем кидать меня тыкин так турнами, пацаны. Я вас буду замучу просто. Просто замучу. Кидаем на тыкин так турнами. Не бабло. Для вас же стараюсь. Для вас же.
заберу. А почему он Курт на лагах играет? Казуя. Да? Кро, атакуй, давай, покажи класс. Три раза кинул уже. Четвертый раз я хочу. Все, вмазал. Все, труп. Да, красавчик, конечно, добавляет. Да, молодца, конечно. Прикольно использует этот, как его называют, я не помню. Ну как? Это Гринг попросил его пригласить. Я пригласил. Вот и страдайте, пацаны. Страдайте, я вам скажу. Я отойду на некоторое время. Так, Дарк Акун спрашивает. Как Гринго согласился играть в могучую PC-версию? Представляете себе, он сам купил сегодня ключ протестить. Вот он протестил. Кто он? Не, Архимед, конечно, круто использует этот, как его называют. Пандору, конечно, красава. Как Гринго будет? Он, наконец-то. Да!
Короче, Архимод у нас, как, знаете, как кто? Как босс на самом высоком уровне сложности. У него телепортатор, он телепортируется. И кто сможет отдать, тут будет вообще крутым. Эй, вы куда пошли? Ты вообще не хочешь дрызгать? Я сейчас... Если сейчас... в лобби будет два человека, Архимод и Гринго, тогда я с ним закончу. Не будет никакого смысла дальше. Гринго, давай, доливай его еще. Что это было? Я не понимаю. Это был ад. Не, понимаешь, Акаби, меня попросил Гринго стримить. Я на ПК редко стримлю, особенно с Fighter X-Taker, поэтому... Так бы я спокойно сидел и занимался бы своими делами, если не Гринго не просил бы. Он уже в дуту тут. Так, Гринго, сейчас смотрите, будет 3 секунды, 2. Кто же выиграл? Гринго. О, молодец, за тайм аута. Ну, на консоли мне приходится принимать участие, понимаете? То есть мне приходится играть самому. Когда вот я так сижу, расслабленным состоянием, мне как-то больше, ну как бы, интереса создавать. А вот Street Fighter X-Taker на PlayStation никто не играет практически. Опа. Ой, это... О, Гриныч понтанулся. А! Ну что, думаю, на этом... Ну не закончим или как? Как вы считаете, пацаны? Да, на этом стрим закончим. Всем пока, до свидания. С вами был Red Vector и Гринго. Всем пока.